собой. А местное время, норвежское время, получается без 25-10. Мы проделали огромный путь, порядка скольки километров, порядка, наверное, 400 километров в очередной раз. Потому что попали опять на заснеженную трассу, на которой не было возможности остановиться, и вообще очень было сложно вести. Стас выдержал сегодня очень мощное испытание. Он ведет, наверное, две трети пути. И мы остановились на остановке для... Остановок. Для остановок, так скажем. Да. Недалеко от города Отта. На пересечении трассы 15 и Е6. Покушали. Это можно наблюдать. И немножко пива, семечки, ничего страшного. Нужно расслабиться немножко после такой жесткой длинной трассы. Конечно, остановились около дороги, но уже не было сил. Поставили палатку. Пойду покажу вам палатку. Во-первых, наша чудо-машина. Наша чудо-палатка, в которой отдыхает Стас, и его чудо-ботинки. Видно фонари. Немножко видно фонари трассы. К сожалению, не видно горы, которая сейчас сильно. Вот проезжает фура. Но мы ничего не боимся. Ой, все неправильно. Считаю, что еще много впереди. Еще почти половина пути обратно домой. Мы движемся дальше на север. И это ли интересно. Завтра по плану Тронтхейм. Надеемся, что все будет хорошо. Всем пока, спокойной ночи.